have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет-привет! Мы сегодня с вами в Super Animal Royale, игрушка, которая вышла буквально пару дней назад, и черт побери, сегодня мы первый раз в нее поиграли, мы сыграли пару карточек, посмотреть, как оно что. Жмем Ready, поехали! Ready! А, достигли там вон какого-то второго, третьего, что-то такое уровня, игрушка просто бомба, вы сейчас сами в этом убедитесь. Она сложная, как бы, да, не без этого. Нас мочат, да, не без этого. Но мы тоже забрали несколько кошачьих душ. Или я не знаю, кто уже это там был. Итак, ждем набора. Давайте тогда пропустим лобби и вернемся с вами уже напрямую в игру. Итак, карточка начнется через 3 секунды. Итак, куда мы пойдем? Куда мы? Пойдем, наверное... Может, на свалку? Или на куда? Давай, хорошо. Прыгаем. Ты прыгнул? Да, я прыгнул. Ага, хорошо. Внизу зеленая пушка. А, вот, вот тут, слушай, вот тут неплохие вещи. Блин, там уже люди! Я не пойму. Броньку сразу бери, вот эту. Блин, это не пушка. Я еще не знаю, какой здесь обозначение. О, эму. Оп, это та-та-ра-та-та. Вот, я нашел. Ага, я нашел. Бери, ладно. Я что-нибудь найду. Блин. Это то самое ощущение, когда ты заходишь в батл рояль и никак не можешь найти пушку. Пойдем к нашим меткам. Так, я нашел супер, эту, супер тейп. Ну, так, тут может быть, тут тоже уже... Пойдем к нашим меткам. Я не против. Да я все подберу. Нормально, такой приземляешься, и тебе нечем стрелять. Хорошо, что мы... О, спасибо. Это лук, что ли? Да, это воробьиный лук. Ты хочешь, чтобы я из чеснока стрелял? А у меня стрел нету. Ты же все забрал, да? Молодец. Нет, у меня нету стрел. Как там О! Ай, как бы. Ай. Ай. Э! Да ну как? Вот, короче, ребят, смотрите, результат плохой катки. Ладно, сейчас вернемся. Ладно, ребятушки, вторая каточка. Мы там заранее немножечко предусмотрели местечко, куда мы летим. Погоди, не прыгай. Долетаем. Знаешь что, давай до воды долетим и там прыгнем, хорошо? У тебя карта открыта? Сейчас, поехали. Блин, с нами какие-то мудни летят. Там фиолетовые шмотки, ну пофиг, лети мимо них. Я хочу упасть на оружие сразу. Вот это зеленый котей, который с нами летит. Ёпрст. Так, ладно, тут есть бронька. Я поехал. Иди сюда. Тут пушки есть. Тут кто-то есть. Сзади. Блин, мне нечем, у меня нечем броньку перелатать. Я пошел за скотчем. Я могу дать тебе скотч. Там кто-то лапами цокотит, стой. А, у меня этот на... Попал, кстати. Бомба-вонючка. Мы, кстати, по-моему, в зоне. Так. Было бы неплохо, если бы ты тоже стрелял в него. Подымай. Он тут! Он уехал от нас. Так, стой, у меня патроны закончились.
Баранки гну. У меня патронов нету. О, ну блин! Да. Ну-ка. Нет, ну он хорошо, кстати, играет. Он молодец. Так, следующая карточка. В общем-то, ну, лично моя проблема пока что была с оружием. Я приземляюсь и не могу найти нормального оружия или хотя бы амуниции к нему. Поэтому попробуем сейчас полететь дальше. Посмотрим, как это все получится. Перелетаем это здание, этот комплекс и прыгаем, да? Сейчас? Мне пофиг, будут там люди, мне нужно оружие. Я надеюсь, что там будет оружие. Вот, я вижу тут что-то. Да, тут есть и броньки, и оружие, нормально, хорошо упали. Тут даже шарик есть. Броньку сразу второго уровня можно взять. Отлично. О, папа, иди ко мне, иди ко мне. Люди? Нет, я нашел просто офигительную хранилище. Стой, а это что? Ой, дробаш. Блин. Ой, да тут так много патронов и оружия. Я тебе говорю, ты должен сюда. Я бегу. Гоу-гоу-гоу. Люди есть, нет? Нет, я просто ломаю ящики. Через как ты зашел? А, через здесь все вижу. Блин, тут и шарики есть, чтобы уехать. Тут все. Банановая кожура есть. Я подобрал. Можно. Так, я тогда возьму эту ППшку. Да. Получается, ППшка и дробаш. Не, я, наверное... Не, я возьму дробаш, но его нафиг. Да. Вон тут можно изоленты подобрать. Давай, я похожу с ближним боем, потому что... Что-то мне кажется... Скин, хочу скин. Так, ну до конца игры, в смысле, мы в зоне? А, мы в зоне. О! Ну, в смысле, до конца игры? Я хочу по людям пострелять. Зачем? Мы на нем уехать можем. Что-то не очень умно смы... Тихо-тихо. Я не верю. Я пойду этот красный ящик открою. Люди? Ах, он меня запер, тварь! Дробаш. Ай, блин, ну как ты по мне попал-то? А! Я же стрелял в него, чем так хорошо ворачивается? Уберите пушки. Так, ладно, отлично. Так. Давай, наверное, вот здесь, когда будем, прыгнем вот сюда, хорошо? Да. Поехали. Что-то мне не нравится эта леса. И вот эти коты. Иди сюда, сюда, сюда. Хотя ладно. Что, вот есть зеленый дробаш, бери. Окей. Я пошел в соседнее здание, возьму что-нибудь. В мини-март. О! Тут люди! Иди спаси меня! Чего? Так а стрелять ты не пробовал? Есть, я его убил. Чё ты так хорош? У чувака, похоже, такие же проблемы. Так, хилься быстро. Так, лента. Там напротив тебя леса. До свидания, Вася.
Ху. О! Я не отхилился! Вы чё? А, черт! Я двоих зафигарил, одного мечом, второго из шотика. А, есть 2 килла. Хорошо. Предлагай. Куда? Сюда хочешь? Давай. Давай, давай, пофиг, поехали. Все равно далеко мы прыгаем, недалеко мы прыгаем, все равно вокруг люди. Давай прыгнем куда-то в мясо хотя бы. А? Маленький совет для тебя. Когда у тебя в руках оружие, пожалуйста, нажми на кнопку, чтобы стрелять. Спасибо. Пролетаем Super Animal Farm, сразу же прыгаем. Сейчас. О, с нами розовый слоник. Слушай, может, пойдем в другую сторону, а? Валим, валим, валим. Сюда, сюда, сюда. За мной, за мной, за мной, за мной. Сюда валим. Тут, там все упали, они, у них сейчас мясо будет. Я вон вижу синий автомат. А почему тут так много людей? В смысле, это кладбище. Бери, не знаю, попробуем. Скунс-бомба. Тебе нужен синий броник, да? Я, блин, у меня какой броник-то? У меня серенький. Короче, просто возьми, я не умею пользоваться броником. Не-не-не-не-не, иди сюда. Иду. Тут есть хороший лечебный гель, возьми. Вон есть зеленый автомат, тоже возьми. О, слышу шаги вон там вот. Понятно, что ты их слышишь. Может, пойдем? К ним? Пойдем, нам в зону как раз. Зеленый броник. Опа, я за ним схожу. Мне не лень. Там, возьми, пожалуйста. Спасибо. И лечебную спрейку тоже возьму. Health juice. Это ящики внизу надо. Ломай. Блин, почему катана... Нет! Скунс-бомба. Так, и надо бы скотч, наверное, подобрать. Я практически уверен, что по мне будут стрелять, поэтому... Why not? Алкоголь, это плохо, хилки, это хорошо. Так. Мы так это копытами цокотим очень громко. Бери. Что? А, блин, у меня второй пушки нету. Давай hunting rifle возьму. Блин, почему вот этот вот огромный шлем так напоминает... Фух, это ему шагает. У тебя броник есть, да? Хорошо. Возьму-ка я шоти. Стой. Да, никого нету. Мы тоже сидим. Нинджа Бутис. О! Слушай, ты стал тише ходить. Я стал беззвучно ходить. Вон, там есть рукопашка, смотри. Ложка-вилка, форк-найф. Это... Нет, спрей возьми лучше, по-моему, хилка. Это экстра. Это вилки для бананов. Так, 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 осторожно, тут закрытые палатки. Ой, я нашел какую-то фигнюшку, смотри, давай зайдем. Попробуй. Так, что это? Блин, долго. Идем в зону. Хорошо. Блин, опять хилки. Чё, там спрей много. Так, стой, 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 стой. В открытии ящика? Иди возьми, тут хорошая ППшка. Да мне не нужна ППшка. Тут люди. Я нажимаю стрелять. Я вижу. Он просто приехал и сам сел на мою пушку. Так, я пошел лечиться. Самое большое я... Прикрывай, я лечусь. Ну не стой прямо на мне, прикрой. Не... Блин, зона идет. Идем. Да мы все равно в зоне, не беспокойся. Хилку мне не повредили, хилку вроде не повредили. Хорошо, я двоих крякнул, отлично. Pie of the Tiger. Да, пирог тигра. Eye of the Tiger. Нормально. Что-то так, а что это за патроны? Почему я их не подобрал? А, у меня максимум? А мне, дроп с помощью крота. Где-то крот? Тут, короче, дропы осуществляют. Вот крот. Видишь, лапу такую большую, там крот. Да, вижу. Может, не пойдем? Хорошо, ладно. Дропы всегда... Сзади! Там, с другой стороны. Вот, крот! Крот, вижу. Дай. Забирай.
Золотая пушка! Так, я чувака нокнул. Мне нужно вылечиться. Там енот. Там огромный енотовидный енот. Нет! Он меня грохнет. Нет! Он последней пулей меня достал. Я добил его тиммейта, хотел, чтобы он его не поднял. Блин. Хорошо, хорошо. 3 килла. Это был хороший. Я его оставил одного. Йок. Меня убил Йок. Серьезно? Что-то далековато, по-моему, не долетим. Ну, куда долетим, туда долетим. Вот эту вот лису в шляпе надо будет грохнуть, а так все нормально. Ох, я сюда хочу. Сапоги хищника. Блин, пушка нужна нормальная. Нормальная пушка нужна. Там Мозамбик какой-то. Тут мышь в тюрьме. Давай, я хочу посмотреть, там мышь в тюрьме. Тут человек, стой. Нужна бронька. Помогай. Давай. Чёртова зарядка! Ладно. Опа, дробовик! Возьми! У меня есть дробаш, мне патроны к нему нужны. Так, я поменяю броньку. Моя все равно разбитая была. Ладно. Тут люди! Знаю. Ну. Лук! Ну ладно. Ладно, хорошо, пойдем. Крот доставщик. Да нам пофиг, он краса доставщика. Он красавчик. Там огромный ящик. Где? Вот тут, видишь? Вот. Что это? Даже это можно убивать. Я. Так, крысу я убивать не буду. Пойдем, мы тут засиделись. А что, крысу убить можно? Ну, наверное, ее можно пострелять. У тебя бронька есть? Есть. Хорошо. Зеленая трава. Нужна большая аптечка. Бери. Мне не нужна. Блин, это было быстро. Ну, тут как бы, да, из-за того, что я отхавал много, потому что патрон, это у меня дробаш был, и из него стрелял, он просто не долетал ни до кого. Ну, крутяк. Вот отсюда прыгнем. Давай отсюда, хорошо, сюда. Пошел. Я еще никак не пойму рейндж, с которым мы летим, потому что мы частенько не долетаем, куда нам надо, из-за того, что... Ой, там синяя пушка, пойду туда. Вот мы сейчас очень сильно не долетели. Все, я понял, насколько рейндж у нас... Идем по побережью. Я похожу с гранатой в руках. Опа, вот гигл как раз, зеленый гигл. Нужны бинты? Бери. О, у меня уже есть бинты. Попал! Я иду к тебе на помощь. Подожди. Ну, подожди, беги. Он там внизу, тихо, он там стреляет. Черт, мне эта бочка бесит. Попал. Где? Куда ты кидаешь? Ну, я не знал, где брать, поэтому я кинул куда-то вон туда. О, ты можешь кушать кокос, чтобы съесть. Я знаю, я видел уже, я уже съедал кокос. Блин. Ч. Есть, ладно, пойдем. А вдруг они просто сдали нас? Ну, я в него попал несколько раз, я думал, он пошел хилиться. Крот доставки. Жри грибы. Бери, тут.
автоматика, хоть какая-то автоматика. Так. Опа, открывай ящик. Фиолетовый Томми Ган. Если я сейчас с этим никого не убью, я захочу кого-то убить. Так, у меня там это, для ачивочки костры зажигать надо. Я тоже хочу зажечь. Блин. Блин, что я сделал? Я же как его зажечь? У нас, видимо, нету огнива или что-то такое. Так, давай, давай в зону. Ой, синяя бронька, зеленая бронька возьми. Зеленую броньку возьми. Так, мы почти в зоне. Осторожно. Там, кажется, что-то есть. Черт. Есть что-то? Быстро в зону. Вот что я тебе скажу. Надо. У нас же есть еще целых 20 секунд. Так, там трупы. И что? Ну, значит, их кто-то убил. Возьми кошколапы. Наверное. Синий автомат. Возьми. На второе оружие. Ну, у меня и так есть второе. Ну хорошо, все. Блин, таймер прям поджимает. Зеленая бронька. А, мы в зоне, все, хорошо. Предлагаю здесь остаться. Еще одна зеленая бронька, ну типа. Они одинаковые, ну. Не. А я тоже не. Последняя зона уже, прикинь. Нормально. Люди! Есть! Внизу. Логично. Опа, возле меня. Ай, я забыла. Гаси! А я же в нее стреляю. Да, я ж тебя в упор зажал. Как ты меня убил-то? А, успел отхилиться. Блин, это сейчас было очень обидно. Я же в него упор зажал из автомата этого. А, ладно. Так, да, хорошо, отсюда пройдем. Ловкий парень нам попался на прошлой катке. Пошел. Там смотри, в черных очках. Тан-тара-дан-тан-тан. Мне пофиг. Вот, тут нормально, есть синяя ППшка. На нее можно упасть. Сразу, блин, на броньку бы где найти. Я взял эту ленту, а... Тут что, скользко, что ли? Да, там скользко, прикинь. Люди. Я слышу. Не вижу пока что, но слышу. Зеленый броник возьми. Взял. Тоже возьми зеленый броник. Да стой ты! Чуть не сдох из-за того, что ты... Ты, в смысле, чуть не сдох из-за того, что убегал от меня. Там у чувака дротики съедом, будь осторожен. Что? Я двоих убил тут! Тут как к нам еще пришли! Минус. Не поскользнулся! Есть! Так как ты сдох? Ну, чувак банана-бомбу кинул, я на банане поскользнулся. Фух. Это было неплохо. Чё, я четверых усандалил? Ху-ху-ху!
Здрасте, мордасти. Ладно, пойду попробую выжить. А, я еще в зоне. Фух. Страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы же не знаем, что это такое. Очень страшно. Я не пойму... Ох! Извини, чувак. Я заметил. Снизу! Нет! Я не могу перезарядиться из-за того, что я кувыркаюсь. Ладно, 5 человек я забрал, нормально. Все, ребятушки, тогда, думаю, на этом будем... Ох, чувака, легендарная снайперка. Ох, ты ж ё. Будем на этом тогда заканчивать. Спасибо, что были с нами. Очень рекомендую вам вот эту игрульку. Мы сами в нее будем играть. Кто захочет с нами, подходите, пишите в Discord. Запросто коопчик можно организовать. Очень крутая вещица, как по мне. Просто надо научиться в нее играть, а так все хорошо. Всем удачи, добра, бобра. Всем малышек. Всем покеда.